Всем доброе утречко. Хочу вам показать наш первый урожай редиски. Сейчас буду ее уже срывать, потому что, смотрите, я боюсь, что она начнет трескаться. Взяла вот пакетик тут. Уже из земли все повылазит. Смотрите, какая крупная, хорошая. Вот так я поскладываю. Вот это еще пусть порастет до нужных размеров. Вообще прям отлично. Можно будет салатик сегодня овощной из нее приготовить. Вот такое количество у меня получается. И вот несколько штучек, которые еще такого некрупного размера. Я оставлю на следующий раз, пусть она подраснет. Такая крупненькая, хорошая. Но в парнике у меня, смотрите, какие уже большие стали огурцы. Вот эти сами стволы. Пока еще ни одного огурчика не было. Кто помнит, я покупала рассаду в Леруа Мерлен. Она была вообще вот такого небольшого размера, плохенькая. А сейчас вон вымахали какие стебли. Вот тут вот у меня посажены черри. Вот видите, зелененькие виднеются там. Вон. Тут он помидорка потом. Вот тут тоже небольшие. Вот. Томаты пока еще даже не начинали цвести. Ну ладно, все постепенно, так как я сажала поздно. Надо вот это подвязать, уже все заваливается. Димка тут лежит, телевизор смотрит. Повесили телевизор сюда, чтобы не скучно было, а то без телевизора как-то не особо. Так хотя бы на фоне что-то там играет, показывает, да и ладно. Вот, сейчас убрала кровать. Сейчас постельный в диван уберу, только и все. Тут приготовила вещи, стирку надо будет сейчас поехать в квартиру. Постирать там в основном Димкины вещи. Вот. Ну, здесь вроде у нас без изменений. Я вам уже показывала, как что. Единственное, только зеркало я сюда перенесла. И все, Сережа мне тут сделал. Он снизу розетку под гладильную доску, чтобы я могла гладить. Вот. И сейчас поднимемся на второй этаж. Покажу. Вчера приходили рабочие, уже начали делать каркас под потолок. Вот это будут детские комнаты. Здесь вот в одной комнате и в другой буду делать потолок навесной из гипсокартона. Вот так вот пока все выглядит. Тут пока ничего трогать не стали, потому что все постепенно. В общем, они сделали каркас. Сегодня придут, уже будут прикручивать сам гипсокартон. Вон у нас вот тут стоит на улице, пока сложили на крыльце. Вот сколько там штук? 3, 6, 8. Вот, сегодня они будут это все дело прикручивать. Так. И, в общем, тоже у нас получается облупилась немного краска на воротах. Сережин знакомый приходил, снимали вот эти листы, в общем, счищали старую краску и перекрашивали ворота в черный цвет. Вот так прям теперь как новенькие стали. Вот, и также дверь они перекрашивали. Вот так вот. Вот видите, еще ручки заклеены, не снимали ничего. Тут еще кисточки, краска, в общем. Как-то так тоже снимали вот эти все деревяшки красили. Вот это тоже все. В общем, все, чтобы было чистенько и аккуратно. Приехали сейчас Димка в квартиру. Уже запустила стиральную машинку стирать вещи. Купила вот такие вот контейнеры.
4 штучки вот тут разного объема они. Вот, и это для холодильника контейнеры. Сейчас порежу, вот купили колбаску, порежу, тоже сложу в контейнер, это в дом поедет. И сыр тоже сложу, потому что так как там проблемы с водой, вода у нас пока только в колодце набираем, и неудобно, в общем, вот эти доски, ножи, все это мыть, много воды надо набирать на посуду, на мытье. И я решила привезти домой, уже здесь все нарезать, чтобы было удобно. Потом вот лимончик тоже сейчас помою, порежу в контейнер. Ну, таким образом я нарезала огурчики, положила в контейнер, укропчик тоже помыла, высушила, порезала тоже. Вот у меня есть такой маленький контейнер, как раз для зелени я тогда покупала. Потом редиска тут у меня порезала тоже. Ну, здесь он у меня сыр нарезанный и колбаску тоже я порезала. Это все поедет в деревню со мной. Сделала, чтобы было очень удобно. Так, ну и здесь у меня Димка попросил, чтобы я ему пожарила картошку. Что-то захотела, немножко приболел у меня, чуть подкашливает. Сегодня детский садик его не повела. Огурчики я подвязала, томаты пока не стала трогать, вроде они стоят и стоят, как начнут заваливаться, тоже буду все подвязывать. Также удалила все сорняки с грядки, с этой удалила, с этой, в общем, со всех грядок прошла, удалила сорняки. Вот, хочу еще пообрезать у клубники усы и вот эти вот засохшие красные листочки тоже надо будет удалить. Вот. Также все-таки решила повытаскивать вот эту редиску. Она достаточно крупная. Думаю, а то пропадет. Я ее мыть не буду. Просто обрежу вот эти листочки. Уберу в пакет и положу в холодильник. Надо будет что-то с ней делать. И немножко проредила
морковь прям совсем чуть-чуть. В принципе, так, сейчас буду поливать огурцы с томатами. Хочу сделать такую, как подкормку для них. Налила воды в кастрюлю, принесла сахар. Сейчас насыплю, ну, примерно одну столовую ложку. Вот так, сахара. Ничего, надо покормить огурчики, помидорки. Сейчас сахар растворится, перелью водичку в лейку и буду уже поливать, чтобы вкусненько им было, да, Дим? И завтра все вырастет? Ну, не завтра, конечно. Или послезавтра. Должно что-нибудь вырасти, я так думаю. Давай, я тебе помогу. Давай, мешай. Давай, а я тебя уберу. Давай, подержи, чтобы тебе не мешало. Блин, поломалось. Здесь у меня каша. Помощник. Хочу вам тоже сейчас показать. Сегодня приходили рабочие. Я вам утром показывала то, что они делали каркас для потолка. Кстати, мои цветочки, петунечки. Это прям очень красиво распушилось. Вот. Приходили, доделывали потолок. Сейчас покажу. Вот. Быстро они сделали, наверное, часа за два, за три. Ну что, сам каркас был готов. Только прикрутили гипсокартон. И все, они втроем приходили, быстро все сделали. Ну и в этой комнате также. В ванной-то у нас уже все сделано. Вот останется в большой комнате сделать. А, ну вот тут они что же делали. В большой комнате. Ну и на первом этаже, там на кухне, конечно, тоже надо в первую очередь. Мол, пойдем. Вот как-то так. На этом, наверное, я закончу свое видео. Вот. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Да. Дим, ну скажи нормально, пока не поясничай. Ку-ку. Клубники наелся? Вкусная? Сладкая? Дим, ну не надо некрасиво так делать. Ладно, всем пока-пока.